Полицейские сбили пожилую женщину на служебном авто в Алматы. Дорожно-транспортное происшествие произошло этим утром близ рынка Тастак по улице Тулеби. По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Предварительно она получила травмы различной степени тяжести, ударившись о лобовое стекло. Ее срочно госпитализировали. По данному факту уже начато расследование. С места происшествия доставлена пациентка 71 года. Диагноз – тяжелая сочетная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого плеча, закрытый перелом обеих костей голени, травматический шок. Проведены все необходимые диагностические исследования. Сейчас получает лечение в условиях отделения реанимации. Состояние тяжелое, стабильное.